Всем привет! Добро пожаловать на канал Paradise. Меня зовут Никита. Кто еще не знает, именно с такого обалденного, шикарного просто вида, живописнейшего, я решил начать сегодняшнее наше видео. Мы сейчас находимся в апартаментах 2+1, на которые я сегодня буду делать для вас видеообзор. Очень-очень красивые апартаменты. Не забывайте, друзья, поставить лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И подписывайтесь на мой инстаграм. В инстаграм, кстати, информация поступает гораздо оперативнее, чем в ютуб. То есть в инстаграме я на телефон снял быстренько. Эта квартира у меня была в инстаграме уже 2 дня назад. Поэтому, кто хочет максимально оперативную информацию, подписывайтесь на инстаграм. И также еще есть группа в телеграме. Туда я скидываю срочные предложения. Я был месяц, наверное, полтора где-то в отпуске. В группе у нас произошел некий застой, ничего туда не выкладывал полтора месяца эти. Но сейчас вышел обратно на работу, поэтому сейчас опять начнет группа функционировать, все как раньше будет. Подписывайтесь, друзья, кого интересует недвижимость Алании. Я думаю, для вас это будет полезно. А мы начинаем наш обзор, начинаем наше видео этой потрясающей просто квартиры. Поехали. Давайте начнем прямо вот с подъезда. Мы заходим в квартиру. Квартира у нас с планировкой 2+1, площадью 135 квадратных метров. Пока не забыл, сразу скажу айдат. Айдат здесь 50 евро в месяц. Многих людей интересует айдат. Многие пишут в комментариях: так какой айдат? Скажи, какой айдат? 50 евро, друзья. Все, что вы видите в квартире, все остается. Это мебель, вот это все новое. Вот это натуральное. То есть, знаете, бывает, вот они вот такие шкуры там понакидают, ну, для красоты просто. Смотришь, это все не натуральное, вся мебель дешевая. Я часто об этом говорю в своих видео, просто на, когда снимаешь на видео, видео смотрите, вроде все красиво, а потом, когда притрагиваешься к этой вещи, становится понятно, что вещь, ну, красивая просто обертка. Так, мы сейчас находимся в кухне-гостиной. Вся техника Bosch, холодильник, микроволновка, духовка, посудомоечная машина. Вот, кстати, многие хозяйки любят, чтобы мыть посуду и чтобы наблюдать, смотреть в окно, наблюдать за обстановкой. Очень много я смотрю всяких ниш под всякую вашу кухонную утварь. Товарищи, хозяюшки. Да, ну здесь хозяйка прям сама сделала дизайнерский вот этот ремонт. Сама придумала, сейчас с ней только разговаривал. Ну как вам вообще? Пишите в комментариях, может быть, кому нравится, кому что не нравится. Может быть, есть что добавить. Мне лично очень понравилось. Первый раз я был в этой квартире уже вечером. Здесь был просто обалденный закат. Я говорю, я обязательно сниму эту квартиру на YouTube. Ну вот, собственно, я здесь. Смотрите, балкон номер один, где вы можете встречать просто рассвет, встречать новый день, либо сидеть здесь, ужинать, пить вино на закате дня. Да, такие вот квартиры меня просто вдохновляют. Ради таких квартир, знаете, хочется работать, хочется вставать и идти на работу, зарабатывать деньги, чтобы, ну, реально были деньги на такую квартиру. Хочется жить вот так. Соседи, видите, здесь у вас дом полностью заселен. Очень ухоженная придомовая территория. До моря, можете сами видеть, здесь, наверное, 5 минут пешком. Это район Каргиджак. Здесь классные есть пляжи с песочным входом. Во дворе есть бассейн, под блоком Б там получается сауна, тренажерка. Давайте я сейчас еще, когда буду выходить, все вам покажу. Буду выезжать, покажу дорогу к морю. Давайте договоримся так. Такая здесь красота. Идем дальше. Вот это все складывается, то есть закрывается. Видите, вот эти удобные кассетные, они, по-моему, называются, стеклопакеты. Так, идем дальше. Кстати, по всей квартире установлен теплый пол. Вот он.
Ну и везде, в каждой комнате вы можете отдельно включить теплый пол. Здесь, видите, тоже везде шкафы, там обувница, шкафы под одежду. Прямо у нас пошел санузел номер один. Давайте зайдем в него. Все очень-очень-очень мне нравится. Вот здесь, кстати, у этой квартиры есть еще один бонус. Ну, вот это, я не знаю, зачем они делают окна в ванной. Если вы эксбиционист, то вы можете использовать, не использовать, а развернуться здесь на полную катушку. Так, справа у нас спальня номер один. Ну, вот это вообще классно. Вечером я заходил, видите, там подсветочка. Заходишь здесь просто очень красиво. Ну, хозяйка, видите, моя, молодец. Шкаф. Еще один шкаф. Здесь, как она правильно называется, я уже не помню. Девушки, подскажите мне, женщина, вот это место, чтобы посидеть, навести здесь красоту. Как-то есть у него название красивое. У спальни есть свой отдельный санузел. Смотрите, кровать-то тоже непростая. И отдельный свой балкон. Здесь уже, смотрите, другая мебель. Ну, красота. Вот он, видите, у вас бассейн. И видите, уже отсюда мы находимся в окружении соснового леса. О чем говорит, очень прям мне бьет в нос запах. Запах, сосновый запах, это классно. С этой стороны море, с другой стороны сосна. Это очень-очень... вкусно пахнет, в общем. Вот это тоже наш балкон, на который я в первую очередь зашел. Так, давайте посмотрим санузел. Вот он, друзья, санузел. Тоже, видите, проветривается. Даже снизу можно открыть. Теплый пол, ну везде теплый пол. Так, ну и спальня номер два. Спальня номер два. Здесь, как хозяйка поясняет, дочь жила раньше. Сейчас в Стамбуле. По-моему, она врач, доктор, что-то такое. Получила медицинское образование и работает по профессии. И здесь такой французский балкончик с выходом прямо в лес. Там у нас находится Utopia World отель. Видите, вот заборчиком вот это ограждена их территория. И вот, собственно, территория нашего жилого комплекса. Территория небольшая, но очень уютная. Такая вот классная квартира, друзья. Так, давайте сразу не будем затягивать по стоимости. Стоимость этой квартиры 155 тысяч евро. Что я считаю для именно этого места, это вообще недорого. Вот мы видим канак, который находится, сколько тут, 200 метров. Там, ну да, инфраструктура побогаче, но там 160 стоит обычная квартира, вообще без мебели, без техники, без ничего. То есть, ну и там далеко вообще не такая планировка будет. Там она и меньше будет. В принципе, цена конкурентоспособная. Вполне. За такую красивую квартиру. Я предлагаю сейчас выйти во двор. Пройтись по двору. И буду выезжать, покажу вам дорогу до моря. Закончим морем. Если вам мало вот этого моря на пол квартиры, на пол окна, то давайте еще чуть-чуть моря поснимаю для вас. Итак, мы находимся на нулевом этаже. Посмотрите, какие вот они молодцы. Вот, ну вот так вот все, да? Ну красиво же, симпатично. Выходим во двор. Здесь все полито. А сейчас общался с хозяйкой. Она говорит, не забудь сказать про бонус. Что у нас летом
когда мы приезжаем, например, говорит, Махмутлари жилище стоит в квартирах. Сюда приезжаешь, у нас, говорит, вообще свежесть. Мы даже, говорит, не пользуемся кондиционерами. Представляете? Вот они молодцы. Казалось бы, да, вот здесь стена, но все в зелени и выглядит вообще норм. Она прям не является минусом никаким. Вот он блок А, ой, блок Б точнее. Здесь находится сауна и тренажерка. Underground, минус первом этаже. Ну, туда не будем спускаться. Я уже вам миллиарды раз все это дело показывал. Вот этот, кстати, комплекс. Как-то он созвучное. Там название со мной Paradise что-то. Paradise, Secret Paradise. Там есть квартира 2 плюс 1 за 60 тысяч евро. Но обратите внимание, что еще нет и скана у дома. Это очень важно. Я поэтому даже не снимаю вам такие варианты. Получат она, они его, вроде как обещают его получить, но, знаете, обещанного 3 года ждут. Лучше не брать, ну, лучше брать уже, когда все документы в полном порядке. Такая здесь красота. Вот в этом комплексе у меня есть квартира 2 плюс 1 по 71 тысяче, что-то такое. Если кому интересно, пишите в комментариях. Вот соседний прям комплекс. Там, конечно, площадь будет поменьше. Там спальня имеет такую не очень правильную форму, немного треугольную. Но там есть вид на море, вот между этими домами. В принципе, в Инстаграме у меня есть вот эти квартиры, видео от этих квартир. Если кому интересно, пишите в комментариях, я приеду и сниму для вас. Здесь порядка 3, наверное, квартир у меня есть за такую сумму. Здесь, то есть, 155, а здесь 70. Ну, здесь поменьше площадь, здесь нет никакой мебели, нет техники. Ну, соответственно, есть кухонный гарнитур и санузел. Ну, все как обычно от застройщика. Вот. А мы что, едем в сторону моря? И вот так, кстати, у нас выглядит фасад дома. Кому интересно, вот у нас квартира, вон она. Итак, мы отъезжаем от дома. Кстати, пока не забыл, а мы сейчас будем проезжать кучки с землей. Вместо этих кучек будет парк скоро. Вот тот дом, у которого нет искана, там уже построены детские спортивные площадки. Это все построено Алания Белидесе, то есть от города. Вот они, видите, кучки слева. Здесь будет парк. Ну и это, то есть, не пустые слова. Тут, если они говорят, что построят, построят. Мне кажется, это все-таки вот этот застройщик Канак. То есть строят городу благодаря тому, что ему выделили такую здесь обширную территорию на первой береговой. Справа, напротив вот этого дома, который Парадайз, там тоже есть участок. Там будет поликлиника, что вообще клево. То есть они обустраивают все-таки этот район, потому что должна быть в каждом районе социальная инфраструктура. В этом плане они прям молодцы. Ну и вот она, дорожка наша до моря. Здесь еще, видите, идут строительные работы. Когда Канак закончит здесь все, здесь будет идеально. Здесь будет просто элитный район. Ну, все, вот оно море. Вон они пляжи. Все, в принципе, я могу выехать сейчас на дорогу. Либо поехать сюда. Вот там есть надземный, видите, переход, чтобы безопасно перейти дорогу. Ну и дальше у нас пошел город Алания, Махмутлар и все остальные районы. На этом, друзья, на сегодня все. Надеюсь, квартира вам понравилась. Кто захотел купить такую классную квартиру, у кого есть столько денег, обращайтесь. Сейчас номер WhatsApp у вас появится на экранах. Звоните, пишите. Буду рад вам показать ее. Ну и, собственно, помочь с оформлением. С вами был Никита из Алании. Всем добра. Надеюсь, увидимся уже здесь. Всем пока.